Ковалева. Продолжим. Был небольшой маленький скандальчик, который, конечно же, подогрел еще несколько градусов интереса в континентальной хоккейной лиге. Было это все связано с тем, что в нынешнем году все фамилии наших игроков должны быть написаны латиницей. Так вот, Ковалев отказывался выступать со своей фамилией, указанной вот в такой транскрипции, в таком переводе. Простите, друзья. Уважаемые друзья, я думаю, это сегодня произошло страшное горе. При вылете из Ярославля на матч с «Динамо Минск» разбился самолет с командой, тренерами, администраторами команды «Локомотив». По данным, имеющимся на сейчас, из 37 человек выжил пока один человек. Предлагаю почтить память погибших минутой молчания. Спасибо. Решение о продолжении матча будет принято после консультации с командой, после перерыва, который начинается сейчас. Перерыв. Я думаю, вы все слышали, друзья. Континентальная хоккейная лига должна принять очень серьезные решения, и именно по этой непростой причине, непростой проблеме, мы с вами продолжали трансляцию так, как будто еще ничего и не случилось, так, как будто никаких подтверждений этому не было. Вот сейчас самое официальное подтверждение об этой страшной трагедии произошло. Мы уходим на перерыв. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Вот так неожиданно прервался этот матч. Мы почти в самом начале встречи говорили о том, что у нас есть еще непроверенные данные о том, что случилась авиационная катастрофа, в которой, возможно, погибли хоккеисты, тренеры и административный персонал команды «Локомотив Ярославль», которые вылетали в Минск. Матч был прерван. Официально об этом за 5 минут до конца первого периода объявил Александр Иванович Медведев, которого вы сейчас видите на своих экранах. Александр Иванович заявил о том, что
матч прерывается, и решение о его продлении континентальной хоккейной лиги в экстренном порядке будет решать на отдельном совещании. Сейчас, судя по всему, Александр Иванович сделает свое объявление о решении, которое было принято. Давайте подождем. Уважаемые болельщики, после обсуждения этой ситуации с командами и учитывая, в каком состоянии находятся игроки обеих команд, в каждой команде есть близкие друзья. В хоккейном хозяйстве многие родственники работают, которые потеряли своих близких. И в этой ситуации игроки просили принести вам извинения, что они не видят в такой ситуации возможности доиграть этот матч. И я думаю... Я хочу вас заверить, что мы сделаем все возможное, чтобы хоккей высшего уровня в Ярославле продолжался, и чтобы клуб «Локомотив» по-прежнему оставался одним из сильнейших клубов континентальной хоккейной лиги. Спасибо за то, что вы поддержали решение игроков. И я еще раз предлагаю почтить память погибшей минутой молчания. Берегите себя, берегите друзей, берегите всех, кто вокруг вас. Я думаю, все, что вы видели, друзья, сейчас не нуждается ни в каких комментариях. Я думаю, что праздник, который был омрачен таким ужасным событием, он еще обязательно вернется.